Приветствую всех на канале Пернатый Дозор. Меня зовут Алексей. Про что у нас сегодня мультик? А мультик у нас сегодня про инкубационное яйцо. Прям вот последние, наверное, дня 3-4 комментарии так и прут. Все пишут по поводу инкубационного яйца. Не зря я нахожусь в вольере у Барковской Барвистой. Пишут именно по ней, также по американам, царско-сельским. Но под старые ролики. Те, кто меня смотрит, знают, что у меня было нападение на вольеры летом. И в зиму я остался, ну, можно сказать, с 2,5 породами. Это основные у меня барковские, 6 курочек. Спасибо дядь Жене, который выручил меня, брал же у меня цыплят, яйцо, если быть точнее. И у него вывелись, и он мне подогнал 3 курешечки. И вот тут осталась вот такая вот курочка. Видите, у нее хвоста нет. Это та, кто выжила после собак. Она у нас осталась. Так вот, по поводу инкубационного яйца. Ничего не буду никому обещать. Если будут излишки, обязательно скажу в роликах на весну. Ну, а так пока ничего. Яйца не будет. По породам, что у меня осталось, это барковская барвистая, русско-хохлатая, но им занесутся, я надеюсь, они к Новому году, дай бог. И 4 курешки пушкинской. Поэтому барковских буду закладывать себе. 100% делать семью хорошую, так как они мне нравятся, вот такие вот девчонки. И Петя. И вот 5 курочек я называю живых, и это не докурочка. Ну, убирать как бы ее жалко, не хочу, пусть ходит. Она, как назвать-то ее, прожила, выжила после собак, и просто ее забить. Ну, она, видите, меньше всех, похудела, хвоста нету, такая, ну, глядишь, может, отойдет. Не знаю, эти все девчонки нормальные, а она именно вот не докурится. Вот, поэтому по яйцу инкубационному никаких заявок не принимаю. В комментариях, кто мне писал, я ответил, что пока ничего не принимаем, не записываем, не отправляем. Будем стараться выводить для себя. Если, еще раз повторюсь, на весну будут излишки, обязательно сообщу. По породам новым там тоже также пишут, Алексей, после нападения, что будете еще держать. Пока только определяемся, как начнется инкубационный сезон, будем, конечно, что-то брать. Загадывать и говорить пока не буду, кого хочу приобрести. Ну, потом все узнаете, все увидите. Пусть так будет это сюрпризиком. У кого-то уже есть, кто-то, может быть, и не слышал, кто-то не видел. Ну, я планирую поменять, как бы. Ну, что менять-то? Прошло через мои руки, через наш сарай уже немало пород. Ну, теперь будем пробовать другое. В принципе, как бы царско-сельские орловских я продал. Ухэй и Люй, амируканы. Ну, вот так вот. Осталось, значит, из того, что было, это у нас барковская барвистая в нашем хозяйстве. Ну, русская хохлата, Павлов сказал. Так, как бы сейчас просто держу на яйцо, чтобы было яйцо покушать домочатам нашим. Вот, поэтому никаких обид, я думаю, не должно быть. Семья у меня небольшая. Конечно, как заложу себе, проверю оплот. Мне не надо будет там 200-300 яиц собирать себе. Небольшими количествами, если девчонки будут нестись там 20-30 яичек, да, можно будет отправить, собрать. Но пока никого не записываю. Никуда. Потому что сегодня вот под комментарий, не помню, как зовут, был на работе, пришел комментарий под старый ролик того года. Ну, точнее, этого года, с зимы. Запишите, пожалуйста, меня в очередь. Оренбургская область. То есть, кто-то недалеко здесь от меня, с нашей области. Но пока не записываю. Курешка нравится. Довольно-таки спокойный. Там многие говорят, что барковский тоже, как и пушкинские, шебутные. Не знаю, у меня вот, вокруг меня, в принципе, ходят.
Даже можно посмотреть, тут кукуруза кормил, рассыпал. Может, кто-то и съест. Вот такая вот кукуруза. Вот, смотрим, девчонки стоят. Видите, не боится даже. К руке, наверное, не подойдут, но все-таки. А это вот, кто выжил у нас после нападения. Нате, кушайте. Вот так вот. Такой вот небольшой мультик. Напомню еще раз, это Барковская Барвистая. Или как по-другому называют, серебристый Легорн. Все, всем спасибо, пока-пока.